Не так легко работать над Конституцией для любой страны. Идет ли речь об Украине или какой другой стране, когда он находится под дулом пистолета. И договариваться с теми боевиками, незаконными вооруженными боевиками, на которых ссылается Россия. У Литвы нет танков, у Эстонии, у Латвии нет ни одного танка. Как получилось так, что сотни танков у боевиков имеются, сотни торнадо, гаубиц, это вообще непонятно. Дело в том, что эти вещи нельзя просто получить ниоткуда. Понятно, что они поступают только лишь из одного места, там, где границы фактически открыты. И по этой причине мы считаем, что мы в нашем национальном качестве будем говорить украинцам о том, что им нужно продолжать реформы, нужно бороться с коррупцией, нужно делать еще очень многое для того, чтобы восстановить то доверие, которое в течение десятилетий было потеряно, потерян до прихода к власти этого правительства. Но очень трудно заниматься Конституцией, когда на тебя нацелены пушки. И еще одно. Фраза, которая меня поразила, что Киев мог бы благородно вывести свои войска и сложить оружие, капитулировать. Я не знаю, сколько стран, сидящих в этом зале, готовы были бы отказаться, сдать город перед наступлением вооруженных бандитов. Просто отказаться от своей территории и благородно отойти. Я думаю, что очень цинично говорить о благородном шаге, который не сделали киевские власти, что Киев упустил эту возможность. Это территория Украины, и украинцы ее защищают. И эта территория находится далеко от Минска. И я думаю, что любая страна, которая сидит в этом зале, будет защищать свою территорию до последней капли крови, и Киев не исключение. Я благодарю представителя Литвы за сделанное заявление.